Меня спрашивают в комментариях, Юра, что случилось с морем, почему море начало вонять. Вот сейчас нахожусь на Джиматем, где-то в районе между первым проездом и гостевым. Здесь действительно присутствует запах сероводорода. Да и море видно, что стало таким как бы мутным, темным, черного цвета местами. И чем дальше в ту сторону, тем море темнее. Можете увидеть это сами. Что происходит? То есть сейчас дует южак. Он создал мощное течение, которое качает именно из Анапы. И вот центральный пляж, там, где, помните, была вот эта жижа черная, я недавно снимал, прокачивает сейчас сюда, в эту сторону пляжей. И вот я пролетал, чем дальше в ту сторону, тем море темнее. Чем ближе к Сибур-югу, тем море светлее. В общем, получается такая ситуация, что как раз-таки море становится такого цвета черного. И теперь будет после шторма понятно, кому повезло, кому не повезло. Мы ждем окончания и посмотрим, куда это все выбросит именно берег и где будет опять какой-то печальный, как говорится, черный береговой сезон. В общем, шторм принес много проблем, создал их для отдыхающих наших, запрещено купание. И вот теперь море еще грязное. Я бы, честно, воздержался. Наверное, я бы, ну, либо поехал бы туда, как можно дальше от центрального пляжа купаться. Ну, посмотрите, вода какого цвета. Прям не очень. Жду в комментариях, опять отпугиваешь отдыхающих, но отдыхающие сами спрашивают, почему на море так воняет. Придите, понюхайте, те, кто будет писать мне гадости, и потом расскажете мне, что это.